Так, угощаем зубра березовым веником. Это ячка. Вот такой мощный красавец. Игорёх, ну что, нравится тебе, да? Там бегут другие быки вон. Алексей, ну угости буйвола. Они если собраны вовремя, они мягенькие. Угощаем, угощаем. Ну, ячки давай тоже дадим сейчас, сколько дойдет. Давай, давай. Вот они, три быка здоровые, сразу зубр, бизон и буйвол, огромные. Степан, уже ты большущий, а? Я вообще с ними рядом стою. Какая мощь чувствуется. У всех рога разные, все здоровенные. Сейчас, сейчас, Степан, погоди, 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 погоди. Алексей, Алексей, давай, давай, заходи. Чу-чу-чу-чу-чу-чу. Вот это да. Вот это мощь. Вот это бычары. Вот это моща. Ты як. Заходи, заходи. Чуть подальше. Ну, далеко. Вон сюда. Чтобы бизон не подошел. Кинь его на снег. А он боится. Вот, все. Ну вот, веники им нравятся, березовые. Здоровенные, а? Зубр, бизон, буйвол. Да, здоровые такие, здоровые, мощные, огромные. Прям я рядышком с ними стою, и ничего страшного. Так, угощаем пятнистых оленей вениками березовыми. А тут северные олени тут ходят, угощаются. Смотрите, что там вот этот вот. Он такой, блин, не может сзади напасть. Вот. Ну что, вкусные веники, вкусные. Благородные олени угощаются вениками березовыми. Благородных оленей веточный корм — это зимой главный, пожалуй, корм. В природе имеется в виду.
Разговаривает. Все, стой. Наелся, что ли? Надоело. Ему играться надо. Красавец, красавец. Так, поняшки угощаются вениками. Муфлоны. Нюхают, не пойму, что это такое. Косули все пришли, вся группка. Ну что, березовые веники косулям тоже понравились. Буквально все животные с удовольствием едят березовые веники. А вот это пришел рогатулька наш, который недавно сбросил рожки. Ну вот, видно, что рожки только слетели. Вот у него какой отдых. Еще недавно был с рожками, уже все. За этим вырастут новые рожки. Ну, угощайтесь, угощайтесь вениками березовыми. Лось один лежит, второй идет. Угощаем лосиков тоже березовыми вениками. Вот он, лесной ведикан. Красиво идет, так спокойно. Сейчас зима, людей мало. Для лося веточный корм очень важен. Они в лесу зимой кормятся ветками в основном.
Она прям ее полностью съедает, да? Ну да. Мы раньше кормили и вовыми ветками, а сейчас вот начинаем добавлять березовых веников.